Наш мир жесток. Никому не нужные, рожденные на улице животные погибают. Город Чехов, холодная зима. На помойке два маленьких комочка, прижавшись друг к другу, пытаются согреться, пытаются выжить. Ну вот, собственно говоря, мусорка. Вон они сидят. Ящик кашу, это я им уже сейчас принесла. Щенков перевезли в приют. Отогрели, накормили. Прошли они первичную обработку. А через несколько дней рыженькая свалилась. Мы едем домой. Да, солнышко? Мамина. Маленький ребенок. Двух малышей, которых последних нам дали. Сильная глистная инвазия. Именно глистная инвазия, не энтерит. Даст Бог, сможем ребенка вытащить. Ребят, сегодня я решила попробовать пробиотик, потому что у меня очень тяжелый малыш. Из энтерита, вернее, от глистной инвазии мы его вытащили, кровавый понос остановили, все. А вот животик остановить не можем. Поэтому, девочки, сейчас попробую. Развела 5 грамм на 50 грамм воды. Сейчас вот эту водичку я буду выпаивать моему малышу. Просто делать одновременно и фотографировать, это неудобно. Поэтому сейчас, ребята, будем отпаиваться. Я хочу попробовать. Вдруг правда поможет, потому что ребенка очень плохой животик. Начало положено. Первую выпили. И помоги Бог. Что, ребенок? Не навредим, но животик попробуем восстановить. Ой, ты мой хороший. С капельниц сняли. Венки у него очень плохие. Поэтому единственный шанс попробовать. Сейчас, моя солнышко. Да, моя девочка. Не знаю, какие эмоции у вас вызывают эти фотографии, но мне слезы мешают говорить. В ее глазах отражена вся вселенская грусть. Мика, Амора. Что ты, мой сладкий? Такое, да, такое сердитая собака у меня. Да, что ты такое? Конти, Конти, маленькая Конти. Да, 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 такая вреднючая. Ты куда ползешь? Куда ползешь? А, хомячок? Хомячок мамин. Суля мелкая. Да, такая мелкая. Мамина любимая. Да, такая вреднючая. Перевнуешь, Мика? Что ты нападает она на меня уже, а, косуля? Мика, дай мама снимет. Дай мама ребенка снимет. Дай, 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 дай. Не получается, нифига не получается, да? Устраивать буду только во дворец. Столько она мне нервов вытащила, бедное дитё моё. То живу, то умираю, то опять живу, то опять умираю. Да блин, мамина девочка.
Так, теперь только пристрою, только во дворец. Амора, любимая моя. Девочка, дай мне посмотреть на нее. Будите. Ой, ты морда, ее же ни с кем не перепутаешь. Да чего же морда у нее очаровательная. И вот а в этой кофточке, когда она, помнишь, там вообще такое жалобное. Мать, все такое. Ну ты посмотри, вот не дает девчонку снять. Что было в жизни этой малышки? Холод, голод, помойка, приют, капельницы, опять приют. Мы обязательно найдем ей семью, и она сумеет наверстать часть украденного детства.